Всем привет. Был как-то я вечером в лесу, и был у меня савоприемник. Думаю, что бы такого послушать на КВ. Поднял я антенну мини-вип на ветку дерева, закинув веревку. Подключил ее к приемнику и решил послушать о свободных радиовещателей на 3 МГц, на 1,6 МГц в амплитудной модуляции. В лесу помех нету, не то что в городе, должны хорошо здесь они проходить. Тем более сегодня вечер пятницы, активность в эфире, наверное, будет большая. Много станций слышно, свободных любителей. И музыку гоняют, и разговаривают. На такой приемник удобно слушать тем, что можно включить на нем широкую полосу пропускания 15 кГц. А у многих этих свободных вещателей частота достаточно нестабильна. И при приеме их сигналов на узкополосные приемники с полосой 6 кГц или около того в амплитудной модуляции, их слышно достаточно плохо. Мешает паразитная частотная модуляция и плавающая частота, так сказать. На 1,6 МГц много музыку гоняют. Так это уже вещательный диапазон. Вещательный диапазон, уровни огромные, качество хорошее. Интересно послушать и нелегалов тоже, радиолюбителей, которые работают в эфире без позывных, без разрешений на работу в эфире. Все равно забавно их понаблюдать. Как вы видите, я это на приемник делаю, то есть не выхожу в эфир на этих частотах, чего и вам не рекомендую делать, но послушать все равно это интересно. Посмотрим, что на 3 МГц происходит. Уровень огромный, качество тоже достаточно хорошее. На братскую Украину счастья, добра, здоровья. Пока до будущих радио. А ребят, кто слышит еще радио, ответьте. Позывной 31. Работаю. Да нету, ты близко. Микрофон говорил. Понял. Позывной 31, работаю с 3 района, небольшой коллектив. Им приглашает 31, ребят. 3 район, кто меня слышит? Будьте добры, ответьте. Позывной 31, Белгородка, всем прием. Белгородка громко идет. Понял, километров 60 до 5 района. Такое дело.
Не-не-не, не со мной в Белгороде, я сказал, с области. Кузьмичок? Статистку ребята принимают, ответьте. Зовет и приглашает радиостанция «Авария», Саранск, района 4. Кто ребята слышит, ответьте. Газ-7 по данной частоте. Саранск, Мордовия проходит тоже уверенно. Кто-то его перебил. Приятно в лесу слышно, чаю попить. Давно не слышно. Еще раз говорю, я ни в коем случае вас не призываю работать на этих диапазонах, на хулиганских, на 3 МГц, на 1,6. По-моему, гораздо интереснее получить позывной и работать на радиолюбительских диапазонах. Там больше людей, больше интересных людей, больше можно провести каких-то экспериментов. Самое главное, не надо бояться, что тебя накажут, и не надо совершать каких-то противоправных действий. Но есть люди, которые работают там, на этих диапазонах. Если вы там работаете, это ваш выбор, это ваше дело. И это выбор тех людей, кто там работает. Пожалуйста, пусть будет так. Я с удовольствием буду слушать в эфире, в том числе и работу и таких радиолюбителей. Интересно послушать, о чем говорят. Интересно послушать необычный для КВ радиообмен в амплитудной модуляции. Иногда приятно послушать музыку, которую гоняют в эфире на этих диапазонах. Слушайте эфир на разные приемники и трансиверы. Слушайте эфир дома, в лесу, в полях. Смотрите другие мои видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока!